Всем привет, с вами Артур. И сегодня в ремонте Jeep Compass. Ремонт задней части машины. Итак, что я вижу? Зазорчиков между крыльями нету. Крышечка помята задняя. И заднее крылышко левое тоже помято. Тоже зазорчика нету. Сейчас расклеим, разберем и получше рассмотрим повреждения. Итак, разобрал. Левое крылышко оказалось поболее. Задняя панелька вмята. Ну что, крышка меняется, бампер тоже с фонарями. Ну а остальное буду ремонтировать. Итак, первым делом вытягиваю заднюю панель. Вытягиваю понемногу с каждой стороны, то с одной, то с другой, чтобы не сделать резких заломов, потому что панель засажена довольно-таки много. И сразу с одной стороны я не советую тянуть. В общем, что тут рассказывать, смотрите, ремонтирую заднюю панель, в общем, зад машины. We'll be right back.
Итак, последние штрихи ремонта. Примерка фонарей, бампера. И работы с металлом закончены. Все зазоры на месте. Теперь я шпаклюю, грунтую и крашу. Итак, еще один автомобиль отремонтировал. Вот он результат. Так что подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока. До новых встреч.